Более 20 актюбинок прошли обучение изготовлению кулинарных и хлебобулочных изделий. Тонкостями ремесла с ними делились профессиональные кондитеры. Сегодня слушательницам были вручены специальные сертификаты. Любовь Искандерова возглавляет кондитерский магазин. Будучи пекарем-любителем, она воспользовалась шансом пройти обучение по профилю. Любовь высоко оценивает полученные знания и намерена применить их на практике. У меня никогда не было профессиональных курсов, и я очень много взяла из этого обучения, профессиональных навыков. Гульнара Исмаиловна много знаний передала, много опыта, рассказала на практике, как работать с разными видами теста, как работать с разными печами, с газовыми, с электрическими, как работать с банкетной выпечкой. Планы расширять ассортимент. Обязательно в нашем магазине планы брать заказы на банкеты, праздники. Обязательно использовать все наши навыки, приобретенные в работе. Планы обучать персонал. Так как мы будем набирать персонал, также буду обучать их. Отметим, всего обучение прошли 25 дам, обратившихся в Центр развития женского предпринимательства, действующие при региональной палате Атамекен. Курсы длились 7 дней. Обучение проводила профессиональный кондитер Гуляим Абиева на базе собственного учебного центра. В течение 6 дней слушательницы в теории и на практике осваивали тонкости работы с разными видами теста. На 7-й они были разделены по группам и выполнили специальные задания. Эта программа идет по программе, национальной программе ЯКАСПКЕР для развития именно женского предпринимательства. Обучение проходили девушки, которые обратились именно в палату Атамекен, в ЦРЖП, Центр поддержки женского предпринимательства, по анкетированию, по спросу, что хотят развивать, пришли девушки. Были девушки из регионов, также с Актюбинской, с города Актюбе. Это девушки, которые начинающие на дому предприниматели, которые хотят расширить свой бизнес, а также действующие, которые сейчас малый бизнес, хотят более расшириться, открыть пекарни, открыть кондитерские цеха. И я думаю, что это обучение было для них полезным. Слушательницам вручили специальные сертификаты. Отметим, ранее было организовано обучение основам СММ. Сейчас завершается курс швейного дела. Запланировано также обучение актюбинок массажному делу, ногтевому сервису и визажу. Всего до конца года подобными курсами планируется охватить 120 жительниц региона. Желающие записаться могут обратиться в региональную палату предпринимателей. Владимир Федотов, Жансай Абдикарим, Самат Каликенов, телеканал Актубе.